Всем привет! Меня зовут Даша, если вдруг кто забыл или не знает. Сегодня будет влог. Мы с девчатами, я рассказывала в своем видео, что мы собираемся в парке Победы на Поляночке. И я сейчас буду снимать. Я бы и раньше начала снимать. Женя, вон со мной пришла. Вся вязаная. Вся вязаная, только надо чуть-чуть... Вот так, косыночку. Косыночки, в маечке, в юбочке. Вот, мне сказали, ребенку еще часы надо связать, чтобы она была вся вязаная. Да. И, но только я раньше не начинала, потому что вот там, чуть подальше, где мы в прошлый раз сидели, детский день рождения, видимо, какой-то отмечают, и они громко слушают музыку, и я боюсь, что YouTube меня забанит. Во-первых, во-вторых, их надо перекрикивать, но я все равно... Пока никто не разбежался, думаю, надо быстренько поснимать. Так что пойду сейчас вам показывать. Вон они, девчата, сидят. Нас в этот раз раза в два, наверное, меньше, чем в прошлую встречу, вот такую массовую. Вот. Пойду сегодня, конечно. Я думала, что многих не будет, потому что в Одессе сегодня было громко. Хотя я все проспала, но потом по чатам смотрю. Девчонки пишут, как вы, как кто. Оказывается, прилетела тут в город. Вот. Но, несмотря ни на что и вопреки всему, мы все равно собираемся нас не сломать. Пойду девчат показывать. Так, ну что, с кого начнем? С кого начинаем? Оксана моя начало вон там стоит. А мы начнем с такой красивой девочки, которая вязать начала недавно, да? В начале войны. Да. Ага. Говорят, мелкая моторика рук успокаивает. Да. Вот она сидит, успокаивается. Гляньте, как она себя успокоила. Сумку вон связала, какую красивую. И с другой стороны, жаккардом уже нормально. Ребенок только начал вязать. И уже жаккардом сумки вяжет. И вот тоже сумочка. Это с джинса, да, связана? Янар джинс. Такая. Две ниточки. Ну, еще куча шапок, панамки. Панамки. Она уже кучу всего навязала, только начала вязать. Молодец такая вообще. Панамочки вон связала. Ай, умничка. Вот эти поплотнее, это в две ниточки, да? А это в одну. Вот, только я еще не все. Не все нитки спрятала. Не все, ну ничего страшного. А сейчас вяжет она. Сейчас. Для собачки костюмчик. Костюмчик собачки. О, я только красненькая вот это видела. Она уже начала розовенькая. Ну, это горлышко, дальше пойдет уже... Это горловина, а дальше пойдет уже остальное. Собака будет одета. Так. Дальше идем. Что? Давайте, не стесняйтесь. Уже пришли, уже извиняюсь. Ничего нет. Ничего, как это ничего нет? А что-то на спицах же есть. Шарфик. Сейчас, зайка, нет. Нет. Так. Будущий шарфик. Будущий нет. Шарфик. Сейчас, секундочку. Это из чего-то там альпака? Дропс. Норт. Ой, как я его люблю. Шарфик будет. Просто лицевой гладью? Да. Да. Замечательно. Да, двухцветный. А какой второй цвет будет? Второй. Даже с собой есть. Второй. Сейчас, подождите. Можно не спешить. У меня все в кулечках. Ага. Лес. Она сейчас моего... Осенний лес получается. Полосочками будет? Да, или? Да, ага. Да, широкими. Просто я связала уже варежки, шапку такую, варежки сейчас с зеленым цветом. Тоже получается... лицевой гладью? Да, да. А теперь будет к этому шарфик, да? Да? О, отлично, отлично. Спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали. Да. Так. А чьи это сумки вязаны? Пока моя. Это моя. Это Ларисина. Так. А это из чего? Лен. Да. Боже, какая красота. Он прямо шелковистый.
без подкладочки, просто, без, да, вязаная? Да, да, да. Она просто вытянулась, потому что, ну, как бы, ты с базара идешь, ты с магазина идешь, накидаешь туда его так, чтобы не жалко было. Да, чудесная, такая прям шелковистая. Вот все-таки лен, и он же прочный какой. А мне хотелось просто, знаете, я увидела, что девочки с жута вяжут, получается, вот такие простые сумки. Нет, это для пап просто разговаривает. Мне так неудобно, да, правда, прям. Давайте, привыкайте. Нет, это мне захотелось тоже, но мне льну и захотелось. У всех спрашивать, и говорят, не знаю, не знаю. Ну, пошла, я знаю, что Ира Монастыряну наша вязала тоже из льна, угу, по-моему, да? Аня, Ира же вязала из льна сумку? Сумку, да. Да, ну вот она тоже сотрельняная. Она вязала 1300 метров, по-моему, 1400 лен. По-моему, она же 5 нитей, ну, там, она плотненько, да, вязала плотно, прям. Плотно. И она еще такой подклад тканевый из классного, по-моему, хлопка связала. Она очень классная. Да, да. Кожаные ручки, вот оно, вот это все сочетание. Вот тут прикольно. Основная, да, форма хорошо делается. Ну, она прям плотно-плотно, да, вязала. Да, она там вязала, да, по 2 ряда в день максимум, потому что очень руки уставали. От ухода. Конечно. А мне хотелось что-то простого такого. Да, да, да. Типа авоськи, вот, да, так. Да, ну и классно. И такая прям... Так, едем дальше. Чем мы там вяжем? Здрасте. Здрасте. Монтаж хоть будет на этом самом, на видео? Монтаж? Да. Будет? Что, вас вырезать? Нет, такого не будет. Давайте уже. А что мы вяжем? Маечку вяжем. Надеемся успеть. А маечка с чего? Бред. Это бред. Ага. Да. А к чему надеетесь успеть? Почему? К окончанию лета? Надеюсь успеть. Ой, такой цвет красивый. Он такой мягкий. А можно посмотреть? Знаете, какой есть теперь ускоритель, когда там надо что-то быстрее связать? На перемогу. Да, да, да. На перемогу. А на перемогу то надо быстрее вязать, раз на перемогу. Вчера. Прискориваюсь. Вчера. Да. Так, ага, это сверху, получается, вяжется? Да, мы ледачи, мы сверху вяжем все. Отлично. Ничего себе ледачи. Так что все будет сверху. Отлично вообще. Такой цвет красивый. Такой прям меланж. Очень. А спицы какой номер? 2,75, меньших немає. Хозяйстве надо. Хозяйстве надо, но пока немає. Ничего, будет, все будет. Да что меня похвалить, а? А как же? Ну конечно, надо же это. Ну да. Без этих, без... Нужно везде искать плюсы. Правильно. И, ну что ж это, мы же себя только ругаем обычно. Но... Как-то не привыкли себя хвалить, правильно? Да. Хоть я вас похвалю. Только приехали. Да. Мало того, что мы хвалить себя не умеем, еще вот кого-то хвалишь, там делаешь комплимент, да, какой-то, вот у тебя кофточка красивая. Ой, да, да что это? Да, это 2 рубля, что это кофточка? Да, или... да, да. Да, это я вязала 3000 лет назад, она уже такая вот. Да, да, да. Да. Все, вот, про что бы ты ни сказал, всегда первая. Да, 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 даже не сочиняй, что же значит красивая? Такого, да, не может быть, да. Да, да. Да. Надо учиться себя хвалить. Такие, как да, будем себя. А хвалить. Что там вторая сумочка-то ваша? Маша, да. То Наташа мне свою сумку показала, я думаю, я тоже хочу лен. Так что... А это тоже лен? Тоже лен. Ой-ой-ой, как красиво. Класс, цвета такие вообще. Так, очень летние такие, как этот, лимонный или лаймовая такая. Лаймовый был. Да. Лаймовый и жемчужный. Лаймовый и жемчужный? Да, жемчужный. Ой, она с другой стороны другая. Так класс. Что... Благодаря Наташе я себе тоже связала. Вот Наташа, спасибо, молодец, вдохновила. Да. А, Наташа же показывала маленькую черепашку. Да. А ну, Коська. Ввели? Уползла? А, вот она. Посмотрите на это. Няша учится. Так, подождите, я не могу сфокусировать. Манюсенькая, такая малюсенькая. Одесситка, жизнерадостная черепашка. Морская черепашка. Да, да, да. Такая. А у вас есть профиль в Инстаграм? Да. Там, а там есть ваши мишки малюсенькие? Где? Да, ну там просто пополнений нет, их мало. Профиль, ну пополнений закрыть. Нет, но старые же есть. Ну, надо, значит, поделиться своим профилем. Чтоб люди видели красоту. Может кто-то вдохновится вдруг. Как школьница. Да. Ничего, ничего. Все сначала так, как в школьнице. Спасибо.
Таня! Привет! Привет! Я опять тоже кепки. Ты опять тоже кепки? Ну, это традиция, значит, традиционная одежда для встреч. Ну, кажи, кепка. Так, что ты тут принесла? Я сегодня, наконец-то, не забыла свои книжки, которые я в прошлый раз... Да, я уже... Досматриваю. Принесла журнал, в котором опубликовала... В котором твои эти, твой дизайн. А ну, покажи свои варежки. Я что-то не подумала, не принесла сами варежки, чтобы... Ничего, в следующий раз принесешь. Протупила вот мои трамбита. Вот, Таня, на описание в журнале. Да, в журнале Помпон. Наша гордость. Да, так что. Красиво. Вот, принесла тапочки, связанные из описания вот по книжке Уэйн с 52 носками. Ага. А, да, это же ты пока, это сновитый, да? Да, нет, это не сновитый я вязала. Это и сновитый ее тоже. Да, Юля сновитый вязала, да. А я связала, но чуть-чуть больше размер получился. У меня не попала я в плотность, которую надо. Ну, получились мужские. Ага. Вот, и принесла еще митинги вязала. Да. Вот на эти митинги у тебя есть описание. Да, есть описание. Сейчас я перевела его на английский язык. Есть, ну, там варежками. Можно их укоротить для митинок. А, можно как митинги, можно как варежки. Боже, какой красивый. Это из Малабри. С зарубежными там вот этим вот урбайская пряжа, это ручная. Да, да, да. Одно время на нее такой бум был, на Малабрига. Да, очень модная. Вот у меня две пары получилось, уже одна пара во Львове живет, я сейчас уже фотографировала. Очень красиво. А можно вторую парочку? Да, вторая, это вот из овечьей шерсти. А, это чистая шерсть. Да, они такие более плотные. Да, да, да. И, пожалуйста, банку донаты. Надо тоже приобрести у тебя это. Это я покупаю детские носочки, вышиваю этого штурмовика из «Звездных войн». Потому что на под белой ниткой было плохо, ну, сильно, короче, видно протяжки от черной нитки. Я решила, проще вышить. Да, я решила. Аккуратнее будет, да, красивее. Потому что будет мужской размер черный с белым папе. А ты будешь описание на него делать? Нет, не буду. А, это просто фэмили лук, да? Я взяла, да, узор просто эта девочка. Выпускала свитер со «Звездными войнами». Я взяла оттуда маленький мотив, который, ну, то есть не моя схема. Ага. Покупала описание. Ясно. Что еще? А, покажи вот ту книжку с этими. Да. Это вообще... Я успела перед войной получить эту книжку. Да, есть украинская художница Олена Кульчицка. Она 100 лет назад ездила по Западной Украине и замалевывала... Костюмы. Костюмы, да. Украинская броня. Здесь вот, такая короче, красота. И венки, и одяг, верхний одяг, и повседенный одяг, и орнамент. Да, и зеркало. Ой, красиво. Просто гениальный альбом художний. Ну, як на мене, то просто можна. Це українська художниця Олена Кульчицька їздила десь 100 років тому і замальовувала закарпатський одяг. Я подивилася той фільм, що ти рекомендувала. Дуже красивий. Да, там про весільні вбрання. Не вистачає ще нашого півдня. Про півдня. Немає, про півдня там немає. Так. А південь теж було б цікаво, бо на півдні тут стільки національностей. Я гадаю, що як натхнення для в'язального. Да. Про традиційні щось там ці... весілля, так? Традиції. Да, традиції на весілля. Я, до речі, ще помітила, що в нас багато чого схожого з закарпатцями. Ну, да. Межуємо. Ну, межує верхня частина, і там багато її. Ну, так книжечка вона. Вона дуже гарна. Вона коштує кожної своєї гривні, бо вона так стоїть 600 гривень, але я її взяла зі знижкою за 400 гривень, і вона просто... А ще принесла пряжечку. Ой, я вже любовалась, да, вот это вот вообще. А Пау і серія Гаррі Поттер. Серія, така сова букля. Такой цвет вообще. Будут шкарпетки. Щеоди. Удивила, Таня, прям удивила. Не, ну я ж такая же. Катя. Привет. Катя с корабля на бал. Да, я с корабля приехала, на бал. Вернулась в Одессу, да, домой. Вчера приехала, сегодня уже. А сегодня уже вот, на встрече, вовремя. Приятной, да, компании, да. Да. Что ты с собой принесла? Покажи свои носочки. У меня не закончено. Я пришла посмотреть и полюбоваться. Девочек на работы, а сейчас термички. Вот я уже думала несколько.
полоски. Они еще в процессе. Ты же не умеешь. Такие, блин, не видно. Тут вот этот вот градиент, о, видно. Переход офигенный. Вообще обалденный. Такие, такой, такие цвета. Просто. Ой, красота. Я пока смотрю, вдохновляюсь. Да, да, да. Пока, пока на лица, не на вязание, да? На вязание, да. Соскучилась очень. Так, дальше едем. Ой, тут голубая красота. Это чего у нас такое? Это хлопочек какой-то? Это хлопок? У меня такое есть подозрение, что там еще что-то есть. Еще кроме хлопка что-то? Да, а но я не помню. Сильно гладкий какой-то, да? Мне кажется, что у меня такое подозрение, что там есть шелк. Шелк? Ну вот сон какой-то. Проблескивает, да? Не знаю. Аня говорит, что там лен, но я... Ага. Но это не Аня, например. Из моих старых запасов. А что это будет красивое такое? Ой, это вторая деталь. А, это вторая деталь будет? Спидничка. Спидничка? Да. Так она... Вторая деталь. Это в круговую вторая деталь? Это низ? Да. Ага. Ой, красиво. Боже, оно постирается, разгладится, вообще будет красота. Угу. Все расправляется. Красивенько как вообще. Еще без названия. Еще без названия? Еще без названия. Ну, оно придет. Какой-нибудь этот Frozen, не знаю. Красиво. Я сама не знаю. Ну, потому что это костюм как-то. Ну, вот что это? А, это будет костюм. Ну, да. Вот оно почему вторая деталь. Я думала, вторая деталь одной этой, одного изделия. А, не ну. Ну, топ и юбка. Топ уже готов? Ну, почти, да. Я без рукавов, но я не знаю, ли мне хватит на рукава, неизвестно. Ага. Ну, как вот костюм назвать? Ну, надо бы получше узорчик тогда разглядеть. Ну, да, что-то такое. Короче, надо одеть образ. Надо его надеть и назвать, да? Когда все закончится, оно придет. Да. У нас сложится весь образ. Ой, какое у вас колечко красивое из бисера. Это дочка моя подарила мне вчера. Ой, как красиво. Плетет. Красиво. Все заказываю, сплети мне как вышиванку. Колечко, да. С узорчиком вышиванки? Да, как вышиванку хочу. Да, да. Нет. И сережки. Ну да, будет набор. Да. Спасибо. Тут сумка вязаная. Из рафии? Да. Угу. Это какая рафия? О, я что-то думала, что это искра, но это, по-моему, не она. Ну, она это такая более бумажная, мне кажется, да? А там черт его знает. Ну, это я давно покупала. Угу. Ой, и тут этот на ручках, угу. Ну, прикольно. Да. Кожа прям, да? Кожа, да. Интересно. И оно вот так вот гуляет по ручкам, да? Да. А прикольно, кстати, и руки не давит, да? Да, очень удобно. Да. Да, отличная идея. Угу. Спасибо. Что-что? На канале пишу. Где потом это все смотреть? На канале, я скину ссылочку. Она уже есть. И потом только смотришь, что ты катаешься на пойма, и все. Здрасте. Да, здравствуй, да, здравствуй. С кого начнем? С вас. Ну что, закончила свой голубой. Вот это, которая на прошлой встрече. Да, на прошлой встрече мы начинали. Вот мы начинали, вот ангорочка твидовая, такая вообще класснючая. Мигусенькая, лягусенькая. 231 грамм. 231? 231. Не 331? Вот 300. Так, копейками. Это 300 грамм. А это 231, это я, оно еще легче, чем я думала. 231 грамм, без всяких резинок. Айкорд на 3 петли. Смотрится, ага. Я считаю, что шикарно. Получается везде, вот здесь, да, айкордом везде, обработка. Везде айкорд. Вот здесь. Везде. Отлично, просто отлично.
Красиво так, я подальше отойду. Красивый. И кардиганчик закончила. Альпака тоже у Анечки покупала. Это бобинная альпака, да? Бобинная. Ну, конечно, не под, может быть, не под шорты. А почему бы и нет? Вот, ну вот такая вот красота. Ага. А вот у мамы нашли пуговицы. 50-летней давности или сколько они там, ну, подходят классно. В общем, ну... Отлично. Новое, хорошо забытое старое. Да. Мы подошли, да. Супер. Идеально и просто, да. Вот так вот. Прохладненько набросил и убежал. Да. Так что... И здесь тоже 300 с копейками. Не помню сколько, но 300 с копейками. Тоже, да. Так что такая вот красота. Да. Да. А сейчас что вяжете? Сейчас. Сейчас мы начинаем. Ой, мы начинаем. Будет базовый джемпер. Базовый джемпер, вот образец. Ой, как образец отличается. Образец, вот он пару раз у меня просто постиран. Вот он. Ага. Здесь идет кашемир, шерсть и альпака. Ничего себе, все лучшее сразу. Да, да. И вот он вот такой вот, это на. Он помню. Прям светлее намного, да, да, чем вот это? Я один раз опустила водичку. Ага. Вот сразу просто опустила водичку. Вот разница. Ага. Да, а это она еще не раскрытая. Вот. Ой, слушайте, прямо полоска, да? Да. Ничего себе. Это просто опустилось. Это два раза стиралось по-богатому. А это вот как бы посмотреть, мне вот здесь на 2,75 резиночка, как она, чтобы она не забитая была. Угадать надо еще было. Ну, чтобы не ковырять на троечке. 3,25, кстати, да. Так что вот... И самодостаточная такая нитка, она еще от меланж. Да, она, да, я так люблю такой аккуратненький меланж вообще. Я же пришла к Ане, говорю, Аня, может, что-то добавим? Она говорит, не надо. Да, тут в две толстые, а вот в одну вот самое оно. Угу. Так что вот так вот будем вязать базовый. Будем вязать дальше. Джембер. Да. Так что так. Спасибо. Пожалуйста. Так, тут детский стол. Так, а тут что-то красивое. Такая футболочка такая красивая сидит. Это из чего у вас футболочка? Ой, хлопок. Такой чем-то. Хлопок с чем-то? Хлопок с чем-то. Ага. Такое прямо это. Может, он сольно? Не, ну он, наверное, по-другому бы был, да? Это уже пару лет. Уже пару лет носите? Да. Из остатка. А, это тоже из него, да? Вот, да. О, а интересно, а сумка мягче кажется? Потому что сумку я не стирала еще, а ему 2 года. Ну да. Может быть, поэтому. Больше носилась как бы, да? Да. Ага. А сумочка можно? Ой, как прикольненько, веселенькая такая. Боже, белые ручки. Класс. Класс. А что сейчас вяжете? А сейчас маечку. Маечку? Такого же плана. Ага. Ой, какой цвет. Ой, какой узор. Ух ты. Слушайте, прикольно. И на ощупь какая мягкая такая получается. Образец, чтобы было понятно, видно. Уже постирано. Ой, мигуська какая. Да, да, он шестой. Ну, да, но... Можно, если очень что. Мягкий, это. Очень, да. Такое мигуська. Боже, это прям невесомая будет. Да, да. И она очень... У меня такая же есть. Оранжевая, но не другой рисунок. Просто очень легкая, очень красивая. Ой, вообще, обалдеть. Это получается не по кругу, а разными деталями, да? Да, двумя полосами. Класс. Красиво. Спасибо. Продолжайте. Так. Олег. Здравствуйте. Тут девушка сидит в Аниной панамке. Я Анину панамку сразу не узнала. Она завернула края и все. И сразу другое. Да. Ой, так тоже хорошо, кстати.
Всяко разно хорошо. Мы решили, что когда приступ социопатии, можно отворачивать края и никого не верить. Точно. Чем мы тут? Вяжем что-нибудь? Вяжем, конечно, вяжем. Вяжем? Да. У нас кардиган, у нас хлопок с кашемиром. По описанию Тани Книтора. Да-да-да. Хлопок с кашемиром у нас тут Таня был эксперт. Ага. Отхватили в цвете овсянка. Овсянка Лена называла. Лена, наверное, называла цвет. Не знаю. Аня сказала, что это овсянка. Я и поверила, да? Пусть будет овсянка. Красивый такой. Вроде бы и ажурный, а вроде бы и не очень. Да, да, да. И не сильно дырчатый, вроде как и ажурник. Это себе? Думаю, да. Да? Такой широкий. А это получается... Это икска. А, тут получается и перед, и зад. Да, 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 это ж кардиган. Все, тогда нормально, тогда не широтенький. Тогда не широтенький. Нет, тогда не будем отрезать ничего. Нет, оставляем. Ой, какие ножнички красивые. Я уже провела здесь предварительную работу, я уже со всеми поговорила. Ты поговорила, ты сняла? Нет, ничего не снимала. Ну, не трасси. Вот так. Кин, возьмите холесеньки. А это ангорочка? Это Анина. Это Анина ангорочка. Пока Ани нет, мы покажем ее. Она мне принесла повязать и вряд ли. И ой, пошла. Какое. Слушайте, у нее уже такое продвижение. Она уже здесь отсняла. Она уже на рукава пошла. Рукава начались. Ой, как, что-то она влажненькая. Стирала, что ли? Нет. Или она просто... Нет, наверное, но, по-моему, она не стирала, если она так не постирала. Или мне кажется, может, она просто прохладненькая, мне кажется, что она влажненькая. А, знаете, может, водичка. А, да, была. Да, водичка, конденсат. Ага. Чука, холёсе. Мы тут рассматриваем. Что, я довязала? Да, я мы видим, довязала. Да, молодец. Ты не стирала ее? Стирала. А, ну вот, она еще не высохла. Ну, мне просто показалось, что она влажненькая. Вот здесь, знаешь? Водичка. Может, от водички, да. Она вообще сухая, утром сухое забрала. Да. Я даже уже померила. Такая, да, красота, да. Вообще. Не знаю, может, перезакрою низ? Я просто не очень люблю итальянское наборы и закрытие. Да. Ну, не нравится он. Оно юбкой такой. Оно получается. Потом, да, оно со временем, когда носишь, особенно если пряжа не эластичная, оно потом вот идет такой вот волной. Из-за этого, да, он вид имеет, ну, прикольный, но со временем он... На ангоре у меня себе обычное закрытие. Да, это, я люблю такое обычное. Это я назад иголкой, да, назад иголкой. Мы посмотрим, вот короче. Вот это мое любимое закрытие и начало. Вот, я довязала низ, я делала без приталивания, потому что там у Иры в дизайне можно сделать чуть приталивание, можно без. Ну, и, а ты напрямую, да? Я делала прямую, да, так как я не длинную делала, то... Ну да, зачем там приталивание тебе? И получается, что я взвешивала где-то, по-моему, ну, я взвешивала, у меня там чуть-чуть было незаконно, ну, где-то вот эта вот часть весит 125 грамм. Боже, какая прелесть. Да, ну там я рукава буду делать вот так вот коротенькие. Угу. Вот. 150 грамм лучше. 150 грамм, да, ну до 160 максимум. Да, да. Поэтому чистое здоровье. Зато она легкая получается и теплая. Сейчас, ну, похолодает, будет самое то. Да. Вот, она себе выровнялась такая. И это она, я ее вчера так, знаешь, чисто пожмякала в воде, просто чтобы она расправилась, и чтобы я понимала по длине. Да, да, да. Ну, да, хватает, да. Не хватает, или там лишнее, если ага. Чтобы убрать. Ага. Вот, сейчас закончу рукавчики и все. Я с собой сегодня много проектов не тащила. Ну, ты понимала, что ты не до вязания особо будет, да? Да, это первое. И второе, то, что муж сначала обещал меня привезти, а потом сказал, что нет, мне утром пришлось свой чемодан сложенный разбирать. А, ну да. Ну, за сегодня я, вон, видишь, да, вот, да. Часть петель набрала на руку. Это весь мой успех за сегодня. Ага. Да, молодец. Молодец. Прогрессивно, да, ты считаешь? Да, да. Так, я тут сильно не буду стратить. Здравствуйте. Тоже красивая вязаная футболочка. Прямо красота. Это что, с чем? Лен. Да. Боже, все-таки лен есть лен. Боже, он красивый. Ну, причем, да, ей уже не первый год, конечно, от сумки немного подзатиралась. А цвет немножко выстирывается со временем? Я бы не сказала. Он просто вот, ну, вот этот синий, он изначально был как сединой. Да, да. Но эффект, конечно, такой меланжевый, очень красивый. А еще поблескивает, боже, как красиво. Красота. А что вы вяжете? Носки. Ой! А, второй, это парочку. Все, наши цвета, патриотичные носки.
красиво. Ой, слушайте, так интересно выкладывается эта пряжа. Да, вот это просто я уже перешла на хеликс, когда поняла, что это вторая пара уже с ребенку. Поняла, что просто не хватит, поэтому хеликсом очень даже тоже. А, с какой-то синенькой соединяли да. просто? Какой-то размер? 40? Да. Мне кажется, больше. А, может, из-за того, что они узкие. А, вот с этой, да, получается? Да, та, которая сняли с производства ее уже. Ага. Но я успела запасы сделать. Вовремя. А вы вообще что вяжете? И то, и плечевые, носочки, да? Да, ну вот сейчас как-то вот больше меня носочный маньяк. Да, вот что-то нас всех переклинило на носки. Оно и быстрее. Да, вот то, что удобно с собой взять. Да, и с собой можно. Вот такой. Ой-ой-ой. Это граф от Оли Флорал. Какие красивые. А можно пяточку? Я очень давно хотела ее описание. И пятка, мне вот эта стронг очень нравится. Очень удобно по ноге садиться, вообще просто классно. Ага. Особенно если высокий подъем, ну и плюс то, что не надо набирать вот по боку. Потом, вот да, вот эти петли, да, что вот иногда очень. Да. А я ни разу, кстати, стронг не вязала. Я тоже думала, что это так заморочено, вот читала, вроде так как-то непонятно, а когда... А когда начнешь, то можно и продолжить. Руки, да? И уже все так просто и понятно. А я слышала, что она для высокого подъема стопы, да? Да, вот, вот, да. Вот, вот моим детям надо, потому что подъем, у них тоже высокий, да. Хорошо ложится. Особенно вот здесь, за счет того, что оранчики стягивают, да. казалось бы, но вот она хорошо садится, вот за счет того, что начинается вот тут прибавление на да. И вот это вот, оно не растягивается. А это что за пряжа? Это ручного? Классическая носочка, да, ручного окрашена. Не Тонина? Да. Тонина? Да. Я тоже люблю Тонину. Да, и прям. Вот это желто-блокитно тоже Тонина. А, да, а я думала, это вот эти, которые продаются носочные. Нет, эти. Это тоже Тонина. Это тоже это Тонина. Это самые первые, которые она покрасила. Да. Сразу, да, ухватили. Ясно. Хорошо, спасибо. Так, дети. Ага, вот девчата. Так, здрасте. А что это вы тут показываете? Работы свои показывают. А я. Сумочка. Это из чего? Из рафии? Рафия крученая. Это вот эта, которая... Крученая. Да. Вот, показываем, делимся впечатлениями, опытами, как у кого чего получается. Одно МК, а у всех по-разному. По одному мастер-классу, да, у всех получается разный результат. Ну, класс. Высота столбика, крючок, материал. Вот. И сама сумка получается. У меня такая получилась. У девочек чуть иначе. А как у вас пальцы? Нормально? Не... Ой. Ну, привыкли. Уже все. Привыкли, да. Главное дело привычки. При первое время вообще такая крепатура была в пальцах ужасно. Да. А сейчас уже хорошо. Сейчас уже... Вот я даже сразу начала и панаму. После этого, да? Да. А, вот из этой же прям? Да. Ничего себе. У меня остатки еще были. Я вот начала сразу. Не знаю, что получится. Первый раз Панама. Получится Панама. Получится. Пока тулье дно. А вы крючком вяжете? Нет, я вяжу спицами. Вообще спицами. А что вы еще вяжете? У вас еще что-нибудь с собой есть? Я ничего с собой не взяла. Не подготовилась. Не подготовилась. Ладно, мы поверим на слово. Так. Надо твиттер взять, которые нитки ты у Ани покупала и связала. Да, а что вы какой? Кашемир, да, по-моему, кашемировый. Свитер? Да, по вражескому мастер-классу, но на тот момент он еще был не вражеским. Можно просто говорить дальше. Дело не в этом. Ну да. Да, связала. Есть такие. Ну, я не только. Я и по Кнетере вяжу тоже. Я очень ее люблю по Тане. У меня очень хорошая. Ну, как-то я попадаю в ее плотность и попадаю в ее модель. То есть мне нравится. Как лежит на фигуре, потом нравится. Да, я тоже люблю. Да, а сейчас вот у меня в ходе, в процессе у меня Леон на 2,5 платят Кнетера. Вот такой там у нее есть красивое. Все подружки в ожидании, все ждут. Ну, когда же это платье? Я уже сделала. А какого цвета Леон? А он такой у меня как коралловый, что ли, такой яркий. Малиновый, да? Ну, такой вот яркий какой-то цвет. Ну, в общем, пока вяжу, пока я прервалась вот на это. Ага, ага. Помучаю пальцы этим, потом... А потом вернусь к 2,5 Леона. Да. Это я в начале войны схватилась, так же подвлекаться немножко. Ага. Ясно. А чьи тут у зайки лежат?
А, это Мишка. Ой, извиняюсь, уши не увидела. Михаил Васик, руфь. Это будет пони. Пони? Ой, уже с глазами. Единорожка, да? А, это единорожка, да. Да. Пони, ага. Ой, такие халюсики. А тут тоже это Рафия, да? Такая же сумка, как... А, только другая Рафия получается, да? Это уже вы начали, получается? Так. А это тоже, да? Это тоже будет сумка из самое начало. Только начала, только заразила. Да, да, да. Тут та же самая Рафия, только я хочу трехцветный сделать. Ну, то есть один, другой. А какие еще будут цвета? Вот такой, потом тоже вот такой же цвет. И еще будет терракота. Яркий. Ага. И будет такой, как даже осенью я буду ее таскать. Да. Осенний такой марафон. Боже, как вы ее, девочки, вяжете? Я сама не знаю. Дырочку так и не смогла затянуть. Три раза у меня рвалась, уже на четвертой я уже плюнула на это дело. Она даже рвется? Она рвется. Она прям рвется. Потому что вот это особенно тянуть. Но я, получается, вяжу на тройке, и оно плотнее. Я и хочу плотнее. Я хочу чуть меньше, не такую большую. Ну, в принципе, тоже уже привыкла. Но я же говорю, я пока в начале. Понятно. Ага. А мы все видим. А мы все видим. Конечно, не кашемир. Да, уже это не кашемирчик. Это все имеет место быть. Да. Пока мы крутим пальцы эти. Хотя пальцы уже немножко привыкли. Это которая крученная, да? Да, крученная. Как они ее вяжут, я не знаю. Леночка пришла. Ты когда успела? Привет. Ты с новьем? Ты с новьем? Да, это старье просто надо сделать из него новье. Я хочу, это сумочка, она мне какая-то не пользуется популярностью. Сейчас я взяла, а популярен. Вдруг она в твоем, на твоих фотках опопулярен. Заблестит, да? Ну да, я не знаю, цвет не поддается просто передаче. Ну, мы попробуем его передать. Пофотаем, да. Лиля предложила сделать ей внизу бахрому. Бахрому? Или нет? А я не знаю. Ну вот мне надо что-то здесь сделать, чтобы она стала пользоваться такой. Короче, я ее выложу сегодня фотки с твоих рук. Ага. А если увижу, что ничего не стало лучше, то можно добавить и бахрому, я добавлю, да? Бахрому и уже в следующий раз. По крайней мере, это не нужно. Ну, а это ты начала, да, Леночка? Ты понимала, она мне уже была связана. А ты ее опять распустила? Это было очень тяжело, мне натерлись все пальцы. И потом я ее распускала. А что ты ее распустила? Она у меня получилась без форм. Короче, не получилась. А еще и внизу получилась. Я ела черешню. И нечаянно, как оказалось, что эта часть рядом с тарелочкой. И все. И она не поддавалась. Это то, ну, то есть я смотрю, тут это пятно. Ну, сначала я его надеялась, что его выведу. Ну, потом уже оказалось, что нет. Там я думаю, туда цветочек прищу. А потом, когда я на это все посмотрела, думаю, нет. Все. Но я вчера чуть не плакала, когда мне надо было это распустить. Представь, неделю мучений, натертые пальцы, и надо и распускать. А ты ее на продажу тоже будешь выставлять? Ну, да. У меня все на продажу. Ну, пока что половину я ношу. Вот. Ну что делать? Вот. И тут вот, а тут сегодня она. Слушайте, вот это я начала вчера вязать 10 часов вечера. Потому что я поняла, что у меня ничего нет. Ой, какое прикольное. И вот пока вот эта ночь была бессонная, я. Теперь будет, тут надо вот это сейчас пришить вторую боковушку, я с собой ее взяла. С одной стороны получается. И сейчас я ее доделаю и пришью жмейку, и мы ее тоже. Пофотаем? Она вот так вот тут будет, вот эти штуки? Нет, это я попрячу, ну просто это прикольно, что она такая вся висюльки прикольная. С змейкой будет, да? Да, со змеечкой. Вот не знаю, вот я так видела, вот так девушка держит. Ну, короче, я не знаю, я пока что видела, он без ничего. Можно сделать вот такую, ну, типа вот такую, ну, да. Только потоньше. Ну, вообще, по мне, эта штука никогда не пользуется скрепами, никто на ней не носит. Кстати, на эти она пользуется. Понимаешь, я не знаю. Я вообще про жизнь. Про жизнь, не знаю, я в жизни ношу, мне надо побольше в жизни. Просто. Я на плече ношу. Мне надо все напихать. Если про жизнь, в театре я хожу, дай бог, раз в год. А кроме театра, мне надо, чтобы туда поместилось вот
про жизнь, это вот. Вот, а? Да? Вот это про жизнь. Ну, все равно, маловато. Ну, это некрасиво, конечно. Чего некрасиво? Некрасиво. Ну, не так красиво. Ну вот, в этом своя прелесть, красота. Вот это уже красиво. Очень красиво. Да, но это... Обычно он у меня в таком виде, как вот он был в начале. Чтобы побольше влезло. А да? Потому что мне очень это удобно. Это телефон, деньги. Ну, короче, все, что вот надо постоянно вытаскивать. Каждые 5 минут. Ну, мне не надо там лазить туда. Расстегивать, да? Да. И поэтому я... А вот почему я вот это... Я сейчас в этом году вообще запала на вот это сочетание цвета. Черного с этим. Черный. Ага. Я прям кайфую от этого сочетания. И я везде, где его вижу, я сразу в это влюбляюсь, и меня эта идея не покидает, поэтому я как только... Я вчера увидела этот клатч, вчера, как раз я распустила сумку и сижу такая, грущу, думаю, ну ничего грущу. Мне взять с собой это. Потом думаю, сейчас несу клатч. Ну какой клатч, 10 часов вечера, я его не свяжу. И тут раз и тревога, да? Начала его вязать, думаю, ну как раз до 12 я вяжу, обычно еще и до часу. Сейчас начались вот этот концерт. Да. Ага. Сна нет. Короче, получилось, что я его и довязала почти с утра. Вот так. Так ты всю ночь не спала? Я не спала. Я уснула где-то в 6 утра. Ну, естественно, 10 чем-то проснулась, когда уже это вот... Ну, ничего, что делать. Зато, да. Конечно, зато ночью... клатч готов почти. Зато клатч готов. Ночью, конечно, вязать не камильфо. Глаза уже... Ну, да. А с другой стороны, лежать... А что еще делать, да? Ну, вот лежишь и как бы... Ну, я ж потолок. А так хоть вроде чем-то... Полезным, да, да. У меня просто вязание лежит у меня в кровати. Но ты ж лежа вяжешь. Я лежа вяжу, да. Оно у меня там все лежит. Короче, мне вообще удобно. Что? Раз. Руку протянула, да, и вяжешь. Что так лежать, что вязать, да? Хоть полезное что-то. Так, а Лиля у нас вяжет треугольник. Тот самый, да? Да, это второй треугольник. А это уже второй? Это второй треугольник, да. Ну вот же ж, блин, когда ж я дождусь, что с этого придумается? Вот скоро, скоро? А он еще больше будет? Чуть-чуть будет больше, да. Угу. Но это не последний треугольник. Это не последний? А сколько их будет? Не скажу. Понятно. Понятно. А Лиля интригует. Интриганка. Я же вчера либо заказала сумку, я показывала там в Инстаграме. А, да, вот. И что? И опять вижу треугольник, понимаешь? На встрече, да? Ну, на да. Каждой встрече. Ой, сейчас я вот да. Это ясно. Шикарная. Любые ягоды. Любые. Олеся. А, привет. Привет. Что, ты шапку вяжешь? Да, очередную из норки. Я же целых 2 часа сидела и не ела. Маковые росинки, да? Так, все, я только Олесю снимаю. Ешь спокойно. Авоська, какая беленькая. Бежала 2 года, спасибо Инстаграму, напомнил. Что у тебя есть авоська, да? Да. Решила сегодня быть в футболке, но зато что-то вязаное надо было с собой прихватить. Да. Вот. Ну и шапка. И шапка. И шапка из чего? Из норки? Из норки, да. Сколько хоть одной норки? Ой, много. У меня по 2-3 моточка. Я разных решила... цветов, да? Да, да. Я взяла, на шапке как я раз. Я взяла на распродаже, потом думаю, здесь у меня 3 моточка. Думаю, что с двойным отворотом сделаю такую большую, если получится. Посмотрим. С одним отворотом 2 мотка хватает, а вот с двойным... То есть с одним отворотом 2 мотка, а с двойным, я думаю, что 3 должно хватить. Ну да. Ну вот попробую. Да. Все я с одним отворотом взяла. Смотрим. Ясно. Так, Инна, дожевывай. А я пока. Лиля, а ты сегодня с пустыми руками? Да. Да? Я сегодня связанной сумкой. Ты сегодня связанной сумкой. Да, ты уже ее видела. Да, это вот верблюд, которого мы на дереве нашли. Кстати, он где-то отпал. Это вот тот верблюд? Это верблюд. А, это свитер, да? Ну, кардиган. Ой, я кардиган вязала, тут что фотки делала, как раскрывается нитка, вот, до ВТО, ага. И после, какая разница, ну, он, это видеть надо, верблюд, 100% верблюд, он обалденный. Потеряли ну, образец, собой не... нашли, девочки. Образец, да, мы нашли в этот раз. Так, Инна. Красиво, я съела уже печенюшку и могу рассказывать. Давай. Это то, что вот мы с девочками сейчас тестируем. Тестируем, да. Видите, какая шахматка, такая ажурная. Петли убегают. Да, петли убегают. Поймаем. Поймаем, да, точно.
Вот. И что мне нравится, еще девочки показали, что оказывается изнанка... Тоже, да, очень даже. Очень красивая. Ой, посмотри, класс. Какая. И вот как тут выбрать? На какую сторону носить? Да, а мы, кстати, будем на две носить. Будет такая обработка, что, можно, уже, будет... что можно будет и носить так, и так. На две стороны. Отлично. Однозначно. Я сейчас помню. Особенно кто не понимает вообще. Да, вот да. Смотри, у тебя же здесь наружность, я подумаю, да, что-то зашел. Да. А так задумано. Да, так вот. Кстати, как и две. Вот, а тут еще будет кетлевка полностью по горловине, по пройме. Так что можно будет на две стороны носить. Да, будем модные. Будет у девочек, да, по два топа. Будем модные. Я хотела еще вот этот вот сиреневенький. У меня будет 4. У меня будет 4. У меня будет 4 тупо. Оксана уже начала, он молодец. Видишь, я только образец начала, она уже вон вяжет. Уже развесила маркеры, уже вот все вяжу. Уже прям в маркеры развесила, молодец какая. Не-не, прошу. А, похоже, кстати. А что это? Это свистой, хлопок свистой, да? Бамбук. Я разве могу отказать этой женщине? Он красивый такой цвет вообще. Это вискоза с хлопком? Да. Я что, я смотрю, это не бамбук. Бамбук, смотрю, это. А хлопок и бамбук, да? Да. Ага. Очень хорошая в носке. Я своей маме связала 3 года назад футболку. Она ее не снимает, носит, постирала, быстро сохнет и очень довольна качеством. Это еще бамбука, наверное. Да, приятно. Да. Она очень приятная к телу. Знаете, как женщина в возрасте. Не дай бог, да, там, да, что-то да. Где-то там синтетика. А ну, дай качка. Ой, это было. Я уже не помню, когда. Где? Турция. Знаешь, это не только. Ну, я так знаю, откуда у меня. Я шла до ВТО, снимала что-то кардиган. А почти по метражку. Метраж, по-моему, 120 метров стагра. Покажу, тут цвет не передал. Мамина футболка. Тут по 50 грамм, да, моточки? Да. Я просто в магазин. Нет, еще. Я до тебя вообще еще не добралась. А я в новой шляпке. В новой шляпке. Муж. А с этим звезда Дашиного YouTube-канала. Да, да. Оксана уже узнает на улицах. По жизни, да. Меня уже теперь узнают. А можешь поляра сыграть? Ты хочешь, чтобы я была вьетнамским сборщиком риса? Красиво. Это вот я люблю все такие вот так вот. Красиво. Ну все, можешь заворачивать. Ладно, так уж и быть, разрешаю. А это у тебя по Инненому тоже описание вот это, да? Да, это у меня полочки. Вот она, Инна, виновница. Я готова стараться быть виноватой еще долго и много. Только вяжите, да? Да, только вяжите. Ходите красивыми. Да. Вон она, Оксана. Красота. Людмила, добрый вечер. Да, да, да. Так, все, вроде всех обошла. Одна Юля осталась. Она вот там в серединку затесалась. Теперь надо до нее дойти. Юля, я до тебя добралась. Привет. Юля мне тут принесла. А то я тут рассказала, что она одни носки вяжет. А она тут поприносила, гляньте, какая вот, шаль. У меня есть. Я две связала шали. Мне очень понравилось. Вот это одинаково. Описание нашей девочки в Голливуд. Я у нее в тестировании участвовала. Вот я у нее в тестировании шали участвовала. Да. Мне понравилось, и я еще одну связала своей девочке. Я на нее ссылочку тоже оставлю. Да, а шаль я ношу в корзине. Носки. Я тоже вязала носки. А шаль я ношу в корзине. Она прикрывает все мое барахло. Так как барахло? Да, вот так вот. И свитер по... Подожди, ну что ты, а из чего? Я вязала из Lamb's Wool, по-моему, кост. А, это 50 хлопок, 50 мерино. Хлопок даже? Да. 50 на 50. И шерсть? Хлопок, да. Хлопок меринос или хлопок шерсть, ну, да, я да, не да, помню. Да. И то, и то вот. Получается, есть да? Есть еще ухольск. Ухольск гарн тоже есть такой состав. И отличный метраж. Ага. Описание очень хорошее, и пряжа не красивенько так. И голубую я сейчас вязала. И голубенькая такая? Голуба, да. Но у меня есть профили, я ее тете подарила. Угу.
Молодец, да. Какая. Давай дальше. Да, да. Она ценитель, поэтому ей да, приятно тоже таким людям дарить, да. Так, ну это я не буду. Тут ничего себе. Я хорошо. Тут ничего себе лопопейсище. Да, это из Твида двойного, Данигал. Ага. Я не знаю, когда я пришла к решению, что оно у меня будет яркое. Ярко? Да. Ты... Вообще я хотела изначально светлый. Вот, я очень долго готовилась к этому проекту. Очень долго собирала деньги. Ну да. Вот, потом вряд очень долго готовилась. Но вяжется очень быстро. И мне очень нравится. Ага. Очень красиво. Долго я потом ждала палитру. Потому ага. что я не могла по фотографиям подобрать цвета. Ага. Палитра появилась, я заказала палитру. Очень долго подбирала цвета. А, так ты сначала прям палитру? Я сначала ничего себе, палитру, как ты серьезно да, отнеслась. Да, да, да. Подбирала по палитре цвета очень долго. Вот, потом я уже заказала и вязала. И еще что долго, сам свитер вяжется легко. Но долго я подбирала тоже уже в процессе цвета. Потому да? что... Да, я себе, допустим, связала так, посмотрела, что один цвет с другим не сочетается. Я распустила, перевязала, другой mm-hmm. подобрала. Вот там, получается, снизу вверх, допустим, вот этот вот тоже кусочек, вот этот вот кусочек. Я три раза перевязывала. У меня тут был и зеленый, и бирюзовый. Mm-hmm. Вот так. А сколько у тебя тут цветов? Раз, два? Посчитаю. Три, четыре, пять. Пять точно. Пять, шесть. 5-6. Раз, два, три. Но там ага. девочки, я смотрела, вязали и меньше цветов, но мне кажется, чем больше цветов, вот, тем он интереснее. Ты столько к ней шла, и вот это вот два цвета использовать, да? Да, да, да. И я еще хочу сказать, что у меня получился не свитер, а у меня получилось платье. А, туника такая, да? Да, получилось платье, но я жду осени. Посмотреть, что с ним будет, потому что твит, я слышала, он усыхает очень, да, 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 и посмотрим. А это ты подлиннее специально вязала, если я, будет... честно, я когда вязала, мне почему-то показалось, что он будет короткий, ну, я брала на размер больше, самый большой размер себе, чтобы был оверсайз. Ага. И мне почему-то показалось, что он будет короткий. Я переживала, что он будет короткий, я решила довязать. Если бы я столько довязала, было бы идеально. Ну так как там раппор. А, ну да. Вот такой да. вот, да, то пришлось такой кусок довязать. И осенью, значит, я посмотрю, что с ним произойдет. Может быть, отрежу. Зачем? Пусть будет а это. Длина некрасиво. Ну, смотри, если он сядет, то будет мини-платье. Ну да, но ни туда, ни сюда. Да. Либо отрежу, либо довяжу. Да, вот ну вот. Красиво. Мне тоже, я тоже очень довольна. Мне понравилось в этой технике вязать. И... А это получается снизу вверх, да, ты вязала? Снизу вверх, да. Да, ну да, если бы сверху вязала, было бы проще. Как-то с длиной определиться, да? Да. Но ну, бы, можно конечно, довязать, еще... господи, здесь же по этой, по лицевой глади. Можно просто отрезать даже, да. ну, без этих. По лицевой глади можно. Там просто дело в том, что вот это вот совпадает. Так можно вот сместить немножко. Сместить, да, в принципе. Только сместить. И как раз один раппорт будет этот. Оно, если сместиться, не будет вот эта штучка совпадать, поняла? Ну так оно будет вот с этой совпадать. Ну можно будет просто ровно связать. Нет, ровно не или, надо. Или просто белым. Нет, кстати, ты просто белым. Сместишь немножко ее и все. Чего? Оно будет то же самое. Только вот этот, смотри, только вот этот ромбик будет не вот здесь вот, а вот здесь вот. А вот это вот будет вот тут. Чего? Ну, вот так вот. Нет, да, да. А, ты имеешь в виду, что да, да там же на будет... пол петли, да? Ну, там да, он да, будет да. Не так короче, сильно. Короче, что ты придумали? Да. Ну, не, ну, ровно не надо, ну так, красиво. Ну, посмотрим, померяем к осени. Да, ну, по петли я не думаю, что прямо так будет критично. Я по хочу петли. Еще раз постирать, потому что стирала я один раз, эту часть я постирала. Эту часть я вот столько связала, постирала, а потом уже целое изделие. А ты хотела посмотреть, как оно усядется, да, не усядется? Оно, видишь, оно видно. Мне кажется, что эта часть больше раскрылась и выстиралась. Потому что вот это оно более желтое. Ну, не знаю. Мне кажется. Мне кажется, одинаковое. Короче, я не, знаешь, чего-то постирала. Кажется, что это больше раскрылось? Потом сейчас подойду. Что? Можно. Потому что здесь чуть порыхлее петли, а здесь поплотнее. Из-за того, что мы рукава вяжем плотнее. Ну, может быть. А вот тут вот.
ну, не знаю. Короче, я все равно еще раз постираю. Да, все равно постираешь и посмотришь, как оно это. Рукава такие тоже красивые. А сейчас что-то с собой взяла? Я взяла, вяжу носки. Как неожиданно. Да, дорожный бренд. С Норда. Из Норда. По описанию нашей Иры Монастыряновой. Ну, я всегда по ее описанию вяжу. Да, да, да. Это буду с кружевами. С кружевами? Я не помню, как они называются. Наверное, Lovely Sister. Стоп. Они Lovely Sister, да. У нее идут от мыска. Ну, я. А ты будешь наоборот? Да. Ну, то же самое, только то наоборот. То же самое, только наоборот, да. Ну да, там, в принципе, только... Потому что от мыска я предыдущие вязала и сказала... Хватит, да? Хватит. Ясно. Молодец, да, спасибо. Молодец. Видишь, подготовилась какая. Да. Выпила винишко. Да, видишь, как сразу тебя не надо было, да, снимать. Как раз я выбрала подходящий момент. У меня же была прошла тренировка. Да, 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 да. Вы скоро у меня тут вообще все намучитесь, будете сразу. Дрессированы. Да, да, да. Очередь занимать, кто первый. Да, да, да. Все, красивая шалечка. В следующий раз возьму другой свитер. Да, да. Нет. Ну, здрасте. Да, ну, хорошо, только сумку говорю, тогда. Посмотри на меня, ты чучундра. Красивая, вывел, ну, конечно, чучундра. Все, нет. Я сумку только и майку буду без лица. Я вчера должна была на покраску идти, у меня воду все, выключили. Все, успокойся, дай мне сумку поснимать. Начинается вот это вот все. Какая красивая сумка вообще. И ручки, да, такие? Ага. Главное, набрала с собой красоты и говоришь, не снимай. В руках снимай. Ну ладно, в руках. Не хочу в кадр, правда. Такая никакая ночка была еще. Нет, ага, мы уже об этом говорили. Красота. Давай, показывай маечку из чего. Это Нака Калика. Но она древняя, видишь, она уже запеленговалась, потому что слушай, я ну эту такая сумку... прикольная. Она очень классная. Такая... Она... Мне цвет мигушка нравится, знаешь что? Он как пломбир такой. Да. Самый приятный. Мягенькая такая. Что показываем? Да, спасибо, зайка. Давай, показывай, что там еще. Я без подстилки. А я тоже, я на чужие сажусь. Я на чужие подстилки. У меня тут подстилок не масло. Носки. Ух ты, какие. Я их называю военные носки. Да. Да. Да, да, да. Военные, тревожные. Да, тревожные. Да. Такие. А-а-а. Это Нака. Вот скажи мне. Посмотри, какие они красивые. У меня уже. Короче, Нака разноцветный какой-то. Посмотри. Да? Я они поняла, боха, такие... не боха. Боха. Боха, да? Да, да, да. Цвет не помню. У-у-у. Ну, цвет не надо. Это. Это. Они прям, прям... Да, 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 да. Шершавенькие, прям такие. О, длиннющие какие. Это Баган. Какие-то немецкие, на распродаже брала, что 40 гривен моточек. То есть... А пяточку другую просто, да? Да, да, это Alize Super Wash. Слушай, она мягкая такая. Это да, по сравнению, да, по сравнению с этим. Угу. Но, и метраж другой немножко, и они, видишь, это 50 на 125, а это 400 на... А это получается 200 да, на 50, да. Да. Она потолще получается, да? Да. А каким номером спицы ты их вязала? Эти 2,5. Ага. А вот эти вот 2,25. Угу. Так, давай еще. Ой, какие классные. Это эти Waves. Ой-ой-ой. Гольфы, короче, такие. А мигуськи какие. Это вот да, это вот Super Wash, да, получается? Да, да, да. Это обработка, которая... И детские шампуньки. Детские шампуньки. Я поласкиваю эти детские, потому что у меня нету с собой шампуня, ну, вернее, такого для шерсти. Думаю, не буду. Да, да, да. Угу. Класс, такие цвета вообще. Они обалденные, такие радужные. Да. Начало вроде такое спокойненькое, и тут дыдыщ пошло. Не, я от мыска все вижу, кстати. А, наоборот? Все от... Да, да, да. Все я... от мыска? Все от мыска. И вот с такой пяткой? Да. Ничего себе. Вот так закрываю. Ты по какому-то описанию? Да. Все, короче, по-взрослому. Это... Как ее? Waves. От Weasel Waves, а не в пасмах, которые... А, турецкая Weasel. Да, 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 Weasel, да. Да, да, да. Оно. Так, потом коротыши пошли. Один. Это с остатков. Одни я... Я очень много раздала на подарки и связала. Ага. То, что это по остаткам себе, вот это на 39-й. Причем
такие вышли полноценные с мотка. И еще вот видишь по остатку. Ну, то есть я добавила, ну, скитлевала тут единственное. Петлевку сделала. Ты такие носки. Ты уже чувствуешь сама, идешь на носки. Так, вот такие. Ну, это зеленый. Нет. Вот, это тоже, видишь, у меня тоже светлое много я брала. Это все от мыска? Да, все от мыска. Так, ага, пришли. Лиля пришла на мыски. Опа, опа, кучка все больше и больше нас становится. А это из чего? А это турецкая визель. Турецкая визель вейвс. Она в пасмах, которая идет в пасмах. Оно красивое реально. Вот даже вот я, ну вот, смотри, как сделано. Вообще, она по ощущениям другая. Да, обычно. Она в пасмах. Она носочка? Да, носочка. Носочка, да. Это уже нельзя продавать, да? Да, показывать. Уже можно. И будем отмечать еще, знаешь? Из чего? Какая красота. Визель турецкая. И руки тянутся. И руки тянутся. Итальянская классная. Я на такую посмотрю и начну носки вязать. Ну, давай. Заканчивай футболку и начинай носочки. Я вязала себе их, короче, ну, повыше были, именно однотонные. И заваляла. Норвежские. Машинку. Да. Они у меня просто вот эти машинки, вот эти тоже нет, это вручную стирал, не пробовала. Да, вот эти, да, тоже. Вот, это НАКО, вот это вот, это блоха. Да. А, да, прям такая. Да, я сейчас связала. Что за блоха, что за блоха, я делала на подарок, который именно любит, вот такую шерстяную. А я сейчас принесу маленький свой. Ой, какие красивые. Она колюченькая, чувствуешь? Она прям для ног нормально. Не, вот есть люди, которые вот муж такие не наденет. Он говорит, дай мне меринос. Я ему все из мериноса верну. Ой, это тоже она красивый такой расцвет. Да, очень красивый. Девочки, это просто вообще. А я не знаю, на какой это размер. Это 11 сантиметров. Это на годик может быть. Потому что у меня детей нет, я вообще без понятия. Это хеликс, только я лопухнулась, а хеликс вяжу на одних спицах. По кругу, ну два носка сразу. А тут связала, что-то тупикнула, один связала, короче, второй потом. А они вообще разные. Я так ржала, думаю, да, надо две ноги. Видно, видно. А это тоже такая пряжа, да? Ну, это такие для перфекциониста видно, понимаешь? Это тоже такая пряжа? По размеру разная. А то я начинаю искать узоры. Да, не-не-не, так и не ничего. А вот психанешь. Заблокировать так, чтобы на один раз. Нет, я все делала, вот как обычно, просто оно вязко разное. Ну, то есть плотность. Да. Вот этот я вязала второй, а вот этот подвоять один, ну, тоже не вариант. Ну, тоже не вариант, да. Но красиво все равно, они хорошо так смотрятся. Это вот 522-й Ализе. Очень красиво. Пару, ну, попасть в этот размер и в этот размер. У меня проблема в том, что у меня вот этого нету. Не, его нету. Я связала себе одну пару. А, это тоже турецкая визель вот эта, да? У меня есть. Я связала себе одну пару. Скажи. Это что? А. Ну, да, так оказывает. Короче, у меня они по остаткам это были. Что, это что, это блоха? Блоха, да? Да. Очень почувствую. Не, я что? Сейчас покажу. Да, они на блоха. Насочная пряжа. Ну, да, они это красивые. Есть эта пряжа там есть. На новом рынке? Да, да, есть. Да, есть. Ой, там много. Ван, ну, я знаю, что. А вот это как? Вот они у меня, вот которые были, вот они. Высокие я вязала. Это визе. Тоже из блоха, да? Я недавно с ней познакомилась. Спасибо девочкам. Вот. Зашла, а вот эти сейчас, я там, это тоже НАКО блоха. Да, ну, такие. Ну, они тоже анны. Они прям полосочки вот так вот. Да, они классные. Я их много, ну вот на подарки вязала, хеликсы. Вот такие хеликсы были еще. А вот это тоже, это же пряжа, да? Это Superwash 100 от Ализе. Вот, потому что вот где-то у меня были... Вот, девочки. Вот это, вот, которая, вот, вот. Вот, она, вот у меня есть вот такая, тебе дам. Во, классная. Это... Я из одной вот этой пасмы связала одни на 39-й. Еще одни себе на 39-й хеликса методом. Еще одни. С добавлением другой. Короче, у меня эта пасма. Бесконечная, да? Бесконечная. Я когда я тебе вязала, такая...
выдохнула, думаю, боже, наконец-то ни одного мотка не осталось. Это вязали, да. Смотрится абсолютно, да. Вот такие вязала это мужу. Из вот этих вот тоже... Покажи мне, пожалуйста. Вязаль. Это пятка бумеранг. Видишь, тут пятки разные. Вот это бумеранг, но это не прямой бумеранг. Это не то, что я у тебя купила. А ты какие пятки вяжешь? Это разные. Помидорку. А помидорку помню. Ну я так как бы начинаю, не скажу, что прям по нас там. О, какое я купила! У тебя в зависимости от пряжи оно будет совершенно по-разному. С носками закончено. А сумка? Сумка. Еще одна? Надо ручка. Боже, какие цвета. Слушай, вообще. Вообще, а вот это вот мне так нравится, да, вообще, эта расцветка, это вообще обалденно. Это стропика, да? Да. А я тоже смотрела на такую модель, видела, думала, надо связать и макрать. Так клево получается с этой секционкой вообще. Она уехала к Маркиной в Днепр на подарок, синюю я вязала. С кожаными она классная. Я просто не могла заказать, последнюю забрала в... А это лен шелк. Каком-то. Лен шелком офигенно. Я нашла в Кенди Ярна, они были последние. Я забрала их, и все, теперь страдаю. Нашла ребят в Инстаграме, которые делают тоже красивые очень. 25 расцветок ручек, короче, бирки там, тра-ля-ля-ля-ля. Ну, короче, много всего. Я, кстати, думала, что мне зеленые ножки. А крепила как их? Они прикручиваются? Викачка, они прикручиваются? А, он есть без пластика. Да, можно самой, да, без помощи. У меня есть ручки профилированные. Ну, класс. Это шамирчик. Оно будет сразу дешевле. Да, да. Для тех, кто нет, ты знаешь, я вот синюю вязала. Сейчас я... Она, в принципе, не плохо. Да. Она очень... Сколько всего влезло? Мне просто... Она просто... Знаешь, как это болтается? Да. Вот видишь, синяя? А мне? А я? А мне? Но она больше как по-летнему. Она по-летнему, да. А это более такая... Ну, вот это в Днепр, Оксаночки. Боже, цвета эти вообще не могу. Ага. Это тоже тропик, да? Да. Или ну, это джинс и тропикал вот это. Ну, вот это, которое я снимаю. А, все, я поняла, как, про какой тропикал вы говорили. Да. Я мало свитер с него вязала. Такие расцветки обалденные. Да, да, и носятся да. хорошо. Ну, а вот в сочетании со светлым однотонным вообще обалденно. Знаешь, со светлым, с разным светлым. Вот белая 0,3, смотри, вот это тропикал. И 0,3, он молочнее. Вот это, как видишь, песок больше. Да, да, да. Это 0,5. А вот это 0,3, он светлее. Ага, то есть более холоднее. Да, да, да. Ну, тоже смотря от оттенка пряжи, да, да, да. Ну, очень. Круто смотрится вообще. Это то, что я вот за пару месяцев буквально того, что настрочила. Да. А, еще одна. А я почти. Да, Лиля, Вика. Это Манюся. Еще одна. Макраме. Макраме? А, пряжа макраме. Я думала, техника макраме. Я поняла. Арт, да, макраме. Такая плотнючая прям. Ну, такая. Я люблю, она Манюська такая. Знаешь, это когда с собой ничего не надо брать. Ну, да. Телефон, да, и косметичка туда просто становится, и пряжа, и я пошла. А знаешь, телефон, ключи. Да, три мужа. Все, Лариса увидела. Вот еще вам сумка. У меня просто тоже темно-синяя есть. Да, с чего это? А, у меня ждет. Сейчас посмотрю, у тебя получается один. А что это такое? Это макраме. Ярна арт макраме. Такие манюсечки. Она со временем так еще как-то подбархатилась. Она, да. Я ее затаскала уже за это время. Но она не убивает. А это мастер-класс или что это? Да я где-то эти бабушки на квадраты. В этом дело. У нас была Наташа Николаева. Николаева молчала. Хотите больше вяжете, хотите меньше сумку, ну, то есть эти квадраты. А можно я тоже сфоткаю? Я не могу удержаться. А это такая же сумочка, как у меня, Лариса? Да. Это уже ношенная, переношенная, а у тебя новая. У меня новье. Мне не тяжело.